без 28, 26 число. Пришел скупиться. Базарчик вроде открыли, но все киоски пока там закрыты. Подходил к классу, стоит очередь. Ну, трамвайчики ходят, все в порядке. Подходил к классу. Люди собрались, должен быть с 7 открытия. Сказали, с 8 вроде откроют. Что там есть, непонятно. Машин мало, но суббота, утро. Ладно, пойду в толпу, там стану, буду ждать, может что-то куплю. В аптеку очередь. А так. Говорят, в классе все есть, АТБ закрыто. В классе все есть, нет только хлеба. Ну сейчас посмотрим, что там есть. В любом случае, еды дома на выходные не хватит, надо покупать. Будем ждать. Короче, класс пока не открыли, ждем. Нам нужна лыжня. Ждем, хотим, чтобы откроют, не знаю, что там есть, но ждем. Там все еще тачки убрать. Надо кишки не выдавить, пожалуйста. Полдевятого. Пока не открыли. Будем надеяться, очередь прибавляется. Во сколько откроют, никто не знает. Сказали, в 9 должны теперь, а может раньше. Мы все родственники. И нам все французский хлеб нужен. А очередь смотришь, куда пошла. Успеем все, всем хватит. Нет, поделимся. Если будет чем. Потихоньку. Пожалуйста, потихоньку, не спеша. Ждали с 6 часов. Спокойней. Так, 10 утра. Пришел домой. Вот чек. Общая сумма 805 гривен. Что мы купили? Короче, сыр. Это 2 йогурта ребенку. Сыр 2 разных вида. Колбаса. Сардельки. Майонез, сметана, масло. Мясо, к сожалению, там очередь была страшенная. Просто мента я купил. 1,5 килограмма. Вот 3 молока. Семгочки. Хлеба не было. Купил 3 пачки макаронов по 400 грамм. Спагетти. Короче, вот это вот все. Вот это все вылилось вот в эту вот сумму. В принципе, все нормально. Все спокойно в Харькове. Пока надеемся, что все будет хорошо. Скупили, сейчас будем что-нибудь готовить. Пока надеемся на лучшее.